Тюменские кардиохирурги снова отличились. В первой областной больнице спасли ребенка с огромной опухолью в сердце. Ее размер 12 сантиметров, как сам орган. Новообразование проросло в толще миокарда. По словам врачей, фибролипома сердца – диагноз редкий. Это первый подобный случай в области. Известно, что девочке, которая попала на операционный стол, 17 лет. Опухоль обнаружили на правом желудочке случайно на УЗИ. Полтора года до этого подросток жаловался на одышку и боль в области груди. В итоге пришлось экстренно прооперировать. Вмешательство проводили на открытом сердце, его останавливали на 6,5 часов. Опухоль удалили, благодаря чему исключили высокую вероятность острого инфаркта и внезапной смерти. Опухоли сердца разнообразно. Это очень редкая сама по себе по встречаемости патология. Если взять все опухоли сердца за 100%, то, что мы видели и сделали, встречается менее 1%. Мы применили технологию под названием ДОР-2. Технологию, которую используют взрослые кардиохирурги при огромных аневризмах левого желудочка. Сегодня девочка уже дома и чувствует себя хорошо.